Сегодня утром, примерно в 8 часов 15 минут, на улице Касимовское шоссе на одном из дорожных переходов была сбита женщина. Виновником происшествия стал водитель автобуса ПАС, следующий по маршруту номер 65. Он совершил наезд на жительницу города Рязани, когда она переходила проезжую часть. По предварительным данным, инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель двигался слишком быстро и перед пешеходным переходом не успел снизить скорость. Госавтоинспекция напоминает водителям, что согласно требованиям правил дорожного движения, водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть. В то же время пешим участникам дорожного движения необходимо убедиться в безопасности своего перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травму головы. Своевременно прибывшие на место медицинские работники доставили ее в больницу. По данному факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.